Итак, всем привет, с вами Джим Рейнер, и мы продолжаем лагать в Kerbal Space Program. Так. Так получилось, что я как-то не уследил за временем, и видео получилось трехчасовым. Ну, снимал-то я 7 часов. Просто лаги, которые замедляли время приблизительно, ну, как минимум в 2 раза. Также что? Что еще у нас из проблем? Также, ну, сами атомные двигатели, которые очень долго работают. Ну и перелеты. То есть меня бесило, когда я на орбите Земли вертелся, а тут о, какая орбита. А будет о, какая. Потом еще сюда прилечу. Ну, попробую хотя бы. Так, товарищ. Как бы нам так правильно бы стартануть отсюда? Так, для начала проверим наши запасы. Так, а запасы наши не максимальные. Улетать собрался. Ага, конечно. Так, понеслась. А-а-а! Черт. А что такое? А где солнышко? Я ж вроде не на полюсе. А где солнышко? Мне нужно солнышко. Так, на рассвете нужно тормознуть. Тормози, блядь. Черт. Тормози. Так, энергии еще нету. Она вроде бы добывается потихонечку. Так, блинский. А ну-ка, свет врубили мне. Сказал, врубили. Запуск. Интересно, а можно настроить сейчас цвет ламп? А, не, наверное, нельзя. Они настраиваются в ангаре при постановке. Ну, то есть, когда цепляешь лампу, там как бы можно выбрать. Но никак не в полете. Жаль. Очень жаль. Блин, такое чувство, что я сейчас упаду. Я, кстати, скатаюсь. Хорош скатываться, а? Блять, я реально скатываюсь? Блять, я наоборот разгон беру. Мне нужно тормозить. 4. Ну давай. Ну же. Три. Господи. Чем я занимаюсь? Ну чё, этого достаточно? Да. Этого достаточно. Во-во-во, полегче. Товарищ. Так, где мы? А, скоро будем на солнечной стороне, отлично. Где моя руда? Спрошу я у вас. А мне ничего не ответят. Потому что моей руды нету. А ну отдайте. Мне еще где-то нужно тонн 30 руды. 30 тонн. Ну, немало. Господи, опять что ли? Не туда. А, долго. О, пошло дело. На солнышко меня быстрее. Черт, не успел. Где солнышко? Где оно? О, ну наконец-то пошла зарядка.
Ну хорош. А, так эти куски говна меня и разгоняли. Меня RCS-ка-то и разгоняла. Это грустно. Это очень грустно. Так. Ой, нет. Нет. Быстрей. Черт. И все, пошло дело. Да что за ересь? Ну вон же солнышко пошло. Так, ну вроде бы нормально. Давай чуть-чуть мана топлива. Монопропиленчика. Затаримся. Эй, солнце! Может, ты поможешь хоть чуть-чуть? Блин, заряд батареи уходит мгновенно просто. Скотина. Ладно, стоп. Эй, что там получаемая энергия? 2 киловатта. Не то, что я хочу. Так, откроем дополнительные панели. Хотя это вряд ли поможет, но все же. Так, я тебе тоже приказал открыться. А, блядь, я понял. Ты из-за того, что мы уже далековато от солнышка, становится труднее получать энергию. Блин, мне нужно затариться как бы этим самым. Рудой. Это требует электричества, между прочим. Как... О, пошло насыщение энергией. Хорошо живется мне на свете. Хорошо. 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 Добываем. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Сейчас все будет по пизде. Успел? Хрена себе. Мы даже успели. А ну давай на солнечную сторону меня, пожалуйста. Солнышко, привет. Такс, мы почти затарились. Так, осталось монотопливом немножко. Чуть-чуть монотопливца. Ой, не так много! 900, все, 9 сотен мне хватит. Все, стоп. Этого мне точно хватит. И еще чуть-чуть руды. 900. Отлично. Блин, когда один спутник уже отсоединился, как-то неприкольно. Так, все, дрельки забираем. И мы отсюда будем улетать помалеху. Так, я ж тут данные получил отсюда, да? Ну да, в прошлой серии я, скорее всего, тут. Ну, если флаг ставил, значит данные я сюда позабирал уже. Посмотрим, сколько у меня данных в хранилище, где хранилище. Вот, я его тут в текстуры вхуярил. 18. Ну, теоретически, да. Так, теперь нужно найти правильную точку, чтобы отлететь. Ясно. Такс. Блин, траекторию мне покажите, пожалуйста. А, почему она кривая? Ладно, мне нужно быть там. Что, блядь? Что там происходит? А, разогнался случайно. Нужно быть помедленней. Есть все. Траекторию мне.
Так, траектория есть. Оп, мне нужно вон туда. Хуярим орбиты или просто улетаем? Я думаю, можно и просто улететь. Да, можно и просто улететь. Орбита мне ни к чему здесь. Хоп. Затормозили. Да, все правильно. Даем толчок на взлет. И к центру. Все, мы молодцы. Я бы эти панельки закрыл на самом деле. Вдруг большие сломаются, нужно хоть где-то энергию добывать. Так, ну вроде бы по красоте. Ну да, вполне. Так, я тут почти закончил. Сколько где-то приблизительно? Где-то 37 метров в секунду. Остается. Так, и меня интересует вот что. Хера тут. Полный оборот 5 лет. О, вот это я тут хуйней страдать буду, если придется еще один круг мотать зазря. Это будет неприятно. Так, сколько мне нужно потратить метров в секунду? 6 сотен. Да? Так, а если я буду стартовать отсюда? Блять. Да какой таргет, господи. Можно мне, блять. А, так я еще не наведен ни на корабль. Блять, и на корабль назад навестись нельзя. Можно как-нибудь. О, спасибо. Так, а если я буду давать газку отсюда, то получается дешевле. Причем серьезно, так дешевле. Или не дешевле? 100 метров в секунду. Нет, спасибо. Я лучше на орбите спокойно себе поверчусь там. Set target. Так, сануш. Меджеп. Автопилот. А, не, не рандезов. Рандезу планет. Ага, они пока что не работают. Так, посмотрим. Что будет, если мы отсюда маневр хуянем?
Так, по идее, даже в нужную точку. И чё? Стоп, вы хотите сказать, что эта хуйня настолько медленная? В смысле, она чё, вообще не вертится? Чё? Не вкуриваю. Стоп, во-во-во, что-то есть. Ну да. Так, стопарики. Я не понимать. Так, окейшки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, да, вот она, вот она, вот она. А? Что? Что? Ага. Так, а где? Ага, я буду тут, когда она будет тут. О, ребятки, ну понятно, мне нужно 5 лет тут на орбитке повертеться. Угу. Здорово. Просто замечательно. Ладно, я все понял. Квиксейвнули. Так. Можно, типа, варпнуть. Я хочу варпнуть. Дайте мне поварпить. Варпхе, давай. Прощай. Блин, долго летит, зараза. Большое гравитационное поле у этой планеты, видать. Можно быстрее, пожалуйста? Все, спасибо. Кстати, а сколько будет стоить мне вернуться домой отсюда? Сюда теоретически. Вот черт. Господи, сколько точек. Нихуя ж непонятно. О, во, все. Давай, 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 давай. Покажи мне, покажи. Покажи мне, расскажи. Что же будет, как же будет. Косарь с хуев. Косарь с хуев. Ну, так так так. Так. О. Ачивочка. Угу. Так, Rendezvous Planet. О! Траекторика нашлась. 7 сотен. 7 лет. Блять. Это мне нужно сделать раз круг. И вот на втором круге я вот тут. Ясно. А ну, попробуем сами как-то поближе сделать. Вообще никак. Не, ну если автопилот говорит, значит совсем никак. Грусть. Ну, пока что штангу потягаю. Как раз в последнее время что-то забросил. Лень, матушка. Так. Тара-та-та-та. А где же будет наш корабль? А где же будет, а где же... О, что? Что? Ага, на противоположной стороне он будет. Замечательно. Тара-т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 а. Тара-та-та-та. Ясно. Еблысь. Ладно, я принимаю ваши условия. Фокус. Эй, дружок. А где траектория? Хрена. Красивая, однако. Дорого вообще будет ее доделать. Маневр. Уип. Хрена дешево. А чё так дешево? Я думал, тут, блядь, просто миллионы километров в секунду нужны будут. Всего 3 сотни! 3 сотни метров, чтобы сделать стабильную орбиту! Как же это дешево, блядь! Этот внутренний круг, он, кажется, был еще дороже, чем вот этот внешний. То есть я зря все это время тащил термощит вот этот. Копцы просто. Повернись на солнышко, дружок.
Причем мне нужно этот термощит отсоединить от антенны и от корпуса. Присоединить сюда, но это херня. Открыть его, войти в атмосферу Джулки. Джулки, да. Потом, так. До того, как я войду, этот спутник, он же соединенный, летает, он должен присоединиться сюда. Но я это забыл сделать. То есть я забыл просчитать присоединение. У меня нет стыковочных узлов. Тут даже нет RCS-ки. RSC? Или как? RCS. Да, RCS-ки. RSC это я так раньше называл, по глупости. Ну так вот. Мне нужно каким-то чудом войти в атмосферу, выйти из нее, чтобы спутник не свалился в сторону. То есть он будет просто прижат. То есть, блин, хочу пальцем показать, придется мышкой. То есть отсюда идет давление, сюда. И, по сути дела, корабль упирается в отдельный объект под названием спутник. Этот спутник впирается как бы в крышу. И вот так вот он должен пролететь всю атмосферу и не свалиться. Вот это был мой план, короче. Из-за того, что я забыл стыковочные узлы навесить на этот спутник. Там всего 300 метров в секунду, бля. Так мало. Просто каеф. Куда делся... Блин. Взял траекторию, убрал. Зачем? Так, это, конечно, каеф и все такое, но давай поближе, я хочу поближе. Тогда, получается, этот термощит будет у меня для посадки на Землю. О, я нашел ему применение только что. Красота. Так, все, я понял. Так, ага, вот. Но мне нужно на внутренний круг. Я хочу на внутренний круг. О. Так, тихо. А, это, наверное, просто гравитация тут крутая. Из-за этого меня тут так сильно сюда притягивает. Это, конечно, хорошо, хорошо. Что? Ух ты, я там с какой-то планетой только что хотел коннектиться. Здорово. Еще бы мне геостационарную орбиту. Ну, это я вообще загнул, но все же. Я хочу геостационарку. Геостационарку хочу. Ой, ты куда? Геостационарка. Забыли? Ой-ой, куда? Назад. Ой-ой. Что-то у меня тут проблемки, малюха. Может сразу к какой-то малютке приконнектиться? Так, осторожненько, осторожненько. Траекторки. Не шибко. Конечно, красивая, но все же. А ну давай, может сконнекчусь. Set target. Ага. Мы тут будем достаточно-таки близки. А ну давай пошебуршим. И теперь давай тут потягаем. Не в ту сторону. А не в ту сторону, блин. А ну давай. Уип. Еще, 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 еще. Оп. Хорошо живется нам на белом свете. Маневр. Ага. Блин, я, кажется, там в атмосферу войду немножко. Не шибко. Хорошо. Не, но мне все равно такой маневр не разрешат сделать. Мне все к херам изменят. Это я тут. Мне мои надежды, вся хуйня. Мне бы хотя бы в горизонт зафигачить. Не ниже изменятель траектории автоматически. Ну, скотина. Однако. Блин, почему она вертикальная? А, ну да, я же сверху захожу. Я не хочу такую орбиту. Я хочу геостационарку. Хотя, в принципе, и так сойдет.
Причем тут вот такенная орбита красивенная, я бы сказал. Тут чуть-чуть подать и все, и готово, считай. И я на орбите. Так, тут большая гравитация или маленькая получается все-таки? Так, я за джулом слежу. Да, джул. Так, гравитация. 1/8 земной. Ой, 1/8. 0,8. 15 раз плотнее атмосфера. Ну, тут уж, конечно, на нее. Не, сесть-то сядем. Взлететь не взлетим. Так, ну уже. Ну давай, я хочу тут маневр зафигачить. О, нашел. Маневр. Меня интересует, какая у меня орбита после будет. Халява. Это я называю халява. Не, ну такая халява, конечно, ё-моё. Не-не-не, верни, верни, верни. Верни, как было. Меня интересует стоимость изменения орбиты. Я согласен. Так, все, ждем 5 лет, 7 лет, пока оно тут покрутится. Кстати, пока он тут покрутится, нужно восполнить запасы топлива, а то я тут их израсходовал почти половину. Так, блин, нужно наметить. Как бы мне тут. Где бы тут мне. А, вот. Пуск конвертера в жидкое топливо. Так, кстати, ученый. На выход. И в репорт. Блин, шутники. Ну же. Так, научное оборудование перезарядили. Так, и остается только тут перезарядить. Давай подлетаем, подлетаем, подлетаем аккуратно. Есть. Так, все, больше ничего нам не надо. Ой, ты куда, ты куда, ты куда? Так, давай ты пока что тут на лестнице полежишь у меня. Граб. Я посмотрю. Да все остальное вроде многоразовое. Я все починил. Я молодец, пора варпить. Итак, подкатываем по малеху. Скоро будем на месте. На точке старта, так сказать. Так, остается у нас тут сколько? 4 часа? Ой, 4, 2 часа. Сейчас мы сократим дистанцию и стартанем все спокойно. Так, сколько мне придется варпить? Ну, ой, не варпить, разгоняться. Ну, где-то минуты 3. Может быть, 2,5.
Ну да, так вот. Ставим где-то 1,5 минуты до точки маневра. И будет хорошо. И как тут у нас делишки? Оп, хорошо. 2 минуты. Попробуем разогнаться. 3:50. Отлично. Как раз. Как раз то, что мне нужно. Все, работаем. Итак, где-то сейчас. Оп, как раз. Орбита пришла к нам. Так, зелененький. Убираем. Ой, я, кажется, все кибеням убрал. Нет! Блядство. Господи, что это? Добавить маневр. Как ученый разгон. Да, мне нравится. Разгон, это мне нравится. Так, и что я хочу? Ах да. Хочу увидеть, что будет потом. Ох ты ж, блин. Тут достаточно тонко нужно разобраться. Ладно, все равно мне его все испоганит потом. Ну же. Есть. А, блять. От этого я, конечно, опасался. Ну, 13 часов, нормалек. Так. Тянем, потянем. Ой-ой-ой. Тяжко. Ну, вроде сойдет. Угу. Подтопим арсеевской на цель. И втопим пару метров в секунду. Отлично. А ну. Варпхи. Ух ты, они не изменили орбиту. А, ну да, тут далековато будет. Зачем изменять такую орбиту? Хотя они вроде бы все-таки ее поменяли. А ну посмотрим, где у нас выход будет. А, ну. Странно немножко, но хуй с ним. Так, сколько метров в секунду понадобится нам? 'Всего-то, господи. Это все. Фокус. Ой, какой фокус, нахуй. На джульке фокусируйся. Фух.
А мне казалось, тут больше их. А, вон они еще внутри здесь. Метаются постоянно. Я их и не заметил. Я не и заметил. Ага, ну все-таки тут надо еще чуть-чуть втопить. Придется. Мне бы приконнектиться к кому-нибудь из них. Было бы хорошо. Только вот что-то не коннектится. Косарь 300. Многовато будет. А ну ж. Что если там добавить точку маневра и немного поэкспериментировать? Совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Ой-ой. Это же хуйня какая-то. Ну давай исправляй. Исправляй, кому говорю. Наклон изменил. Вот тварь. А что же делать? Как тут? Все достаточно прискорбно. И еще давай. Вот черт, наклон только ухудшается. Я вас понял. Будем пытаться другими методами. Уип, не туда. Уип. Давай, 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 давай. Сюда, сюда, сюда. Главное, чтобы орбита была полюсарной. Не очень-то она полюсарна. Еще разок. Я сказал еще разок. Все равно, пока мы там летим в варпе. Пофиг. Так, попробуем за вот эту потянуть. Не туда. Как это мне за вот эту тянуть? Хуя ты, блин. Извернулся. Ага, я понял, я вас понял. Неплохо. Уже выравнивается. Так, так. Почти. Мне нравится. Такая орбита, конечно, будет хороша. Угу. Так, ну а теперь потянем вот за эти рычажки. Тянем, потянем. И куда-то дай притянем. Притянули. Дистанция. Дистанция вполне адекватная. Ой. Я там коннекчусь с кем-то. А давай сконнектимся. А с кем это я коннекчусь? С кем я коннекчусь? Так. Прекратить варп. Ой, какой фокус. Вернись, фокус. Я ж к тебе таргет, да? Нет? А к кому я таргетую? Кому, блядь? Все-таки к нему. Кстати, в горизонтальку.
Блин, мне нужно вертикальное. Хотя, может и пофиг, на самом деле. Так, кто у нас остается в внутреннем круге? Лавка какая-то. Фокус. Валка. Давай, вал. Set target. Фокус. Так, атмосферы нет, вес маленький. Понятно. На нее так чисто запрыгнем на секундочку, да и все. Warp to the next maneuver. Ого, варпить еще долго. Итак, приближаемся. Я работаю через Space Center, потому что тут нету лагов, так как не нужно прогружать детали. Детали, деталечки. И осталось, что тут, 70? Тут же можно притормозить. Так, подлетаем. Так, а где, а что? А вот моя траектория намечена. Мы тут уже совсем близко. Warp to the next maneuver. Сделаю орбиту по красоте, и будет хорошо. Так. Ой, освещение добавьте, пожалуйста. О, так-то лучше. Так, там всего 40 секунд нужно работать. Ой, 40 секунд до старта. Работать нужно 70 метров. Я даже не знаю, разрешат мне войти в это самое. В гравитационное поле планеты. Вряд ли. Мне перенаправят орбиту. Не знаю, с чем это связано, но мне постоянно перенаправляют мою орбиту. Если она считается типа опасной. В любом случае, когда она считается слишком близкой к цели. И сие грустно. Так, а чё-то я на себя смотрю. Фокус. Так-то лучше. Тут у нас целая солнечная система внутри. С газовым гигантом по центру. Поэтому еще с кем-то коннектился. Очень интересно. Я и не заметил. Угу. Заебись. О, нормально. А дальше как у нас тут дела? Ну, по стандарту. Ну, посмотрим, как дела пойдут. Ну что, попробуем варпануть. Посмотрим, как получится. Так, я сказал варпануть. Ну давай, вот. Варп. Опа, они не изменили траекторию вообще. Каев. Так, тогда нужно покрасивше сделать. Мы едем на Тулу. Фокус. Ой, не фокус. Какой фокус? Фокус на Джулу возвращается. На Джулу. Таргет. А, тут не таргетом нужно.
Тут нужно вот так вот. Точнее, даже не так. Где там мой корабль? Вот он. Маневр. И, блин, как же криво все. Не, все-таки фокус нужно. Без фокуса тут будет тяжко. И маневр. Так, все, есть. Черт, мимо тычу. Смотрю на траекторию. Да ё... Да как так? Я ж нажал. Нажал. Подтянул. Опа-на. Что, еще что-то будет потом, получается? Ладно. Тянем, потянем. 7 метров в секунду, господи. Всегда пожалуйста, как говорится. Ух ты, из-за этого тянем-потянем, я прям на планету пойду, если все плохо пойдет. Опасно. Дорого вообще тут траекторию поменять? Точку маршрута. Ну, тянется орбитка. Да, конечно, метры в секунду придется потратить. Тут я не спорю. Ну да. Тут я и орбиту делаю за счет. То есть в счет вот этой орбиты идет орбита вокруг Джула и расширение орбиты вот до такого масштаба. Ну да, тут, конечно, придется чуть-чуть потратиться. Но я готов, собственно. Угу. Так. А что если я сейчас поддам газку, а не потом? Так, мне нужно, чтобы орбита оказалась вот тут, да? Аккуратно, аккуратно, оп. Вау, вообще прям тютелька в тютельку. И сие хорошо. Две... О, ёб твою мать. 2300. И что-то мне подсказывает, что это адекватная цена маневра в данных условиях. Паучье чутье мне подсказывает, что это норма. 2300, да? 2300, 2300. У меня уйдет на это почти все. А сколько сама планета весит? Весит она. Ёбана, она тяжелая, между прочим. Это Тулу. Я даже и не думал, что она будет тяжелой. Интересно, я с нее взлететь-то смогу. Будет неприятно, если не смогу. 300, 400, 500, 600. Да, дорогая планета, дорогая. Чувак, я с тебя вообще взлечу или нет? Блять, она супер дорогая. Даже не знаю. Ну. Даже не знаю. Ладно, в любом случае летим. Если что, поддадим газку и там разберемся уже. Так, все. Мы, считай, прибыли. На высокой орбите находимся. На очень высокой. Сейвнулись. И хорошо. Блин, так далеко вообще. Где я, а где все эти... Вся эта система. Как будто бы возвращаюсь в свою солнечную систему. Красиво.
Так, ну а теперь нужно подумать. Так, для начала фокус. Так, я вообще смогу сесть? Гравитация. Ого. Сложно. Аудюнки. Тут атмосфера жесткая. Сложно. Но это очень тяжелая планета. И в плане массы, и в плане покорения. А хули делать? Блять, орбиту все-таки изменили. Пидоры. Фиг сядешь теперь, куда я захочу сам. А ну ж сколько тут. Так, у меня есть несколько часов, пока я буду в зоне влияния этой фигни. Ну, в принципе, нормально. О, кстати, я еще могу отказаться. У меня из-за того, что изменилась орбита, я улетаю дальше. И сие хорошо. Очень хорошо. Ну да, вот видно, как тут орбита это все меняется. Никуда уходит мое топливо. И идет у меня на это 2900, да? У меня косарь 900. Бак заполнен. Бак затоплен. Затоплен. Заполнен. Так. Сколько? Около 3000 уйдет на эту хуйню. Так. Сколько я вообще могу выжить? Что у меня по... Ага. Но теоретически мне может хватить. Теоретически. Я даже и не знаю, что мне делать с этой херней. Ладно. Ну, собственно, можно попробовать. Варпим сюда. Тут всего 5 дней. Баки у меня заполнены под завязку. Кстати, а почему? У меня тут стоит программа на пополнение или как? Привет, Джул. А чё меня... Чё меня крутит? Реально, с херли меня крутит? Очень странно. Ну ладно, вот он Джул, вот он я. Кстати, мне ж не хватит топлива. Так, 1964, да? Нужно рассчитать на это количество топлива, что я смогу выжить. 1964. Блин, а я не успею, между прочим. Просто сделаю такую красивую орбиту. О, кстати, вот тут. Тут попроще будет. Даже. Эй, а куда делась?
Так, ну в любом случае я помню, что если... Что? Мне показалось, или у меня начали работать двигатели? Если я хочу заполнить бак... Если я хочу... Что, у меня двигатели работают? Что? Что? Как? Почему? Прекратите это. Что за... Что за ересь? Вы видите это? У меня... Орбита сама собой отдаляется. Это как? Ладно, о чем я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что топлива мне не хватит, и мне придется использовать запас руды. Но это не беда. Это не важно. Я пополню жидкое топливо и закончил бы маневр. Но прикол в том, что это жутко долго делается. А у меня тут всего лишь 4 часа вот эта вот херня длиной. О, да. Длина во времени. Ну, короче, эту длину я буду проходить 4 часа. Этого никак не хватит. Мне нужно дней 16, как минимум. Я не уверен. Короче, сейчас давай для теста знаешь, что сделаем? Окислитель запустим. А, у меня окислитель всюду заперт. Окислитель. Настал твой час. Тра-та-тай-та-тай. Давай, господи. Так, все, открыли. Баки с окислителем. И сейчас произведем запуск. И посмотрим. Стоп. Окислитель. Пуск. Ну, от сколько тут дней? 1 час. Ну, вот 1 час, да. Сколько за 1 часик? Варпхе. А шо, неплохо. А может попробуем? Вроде так неплохо так меня заправило. Интересно, а жидким топливом так же само заправит? Хотел бы я знать. Кстати, а там же что-то писал, когда я смотрел. Эффективность 96%. Окислитель фул. Ну да. Логично. Так, посмотрим. А вроде и ничего так заправляют. Нормалек. Ну давай попробуем. Опа-на. Что? Что? Блять, эй. А, не, нормально, нормально. Мне показалось. Я подумал, что сорвалось это все дело. Так, загрузились, подлетели, хорошо. Так, значится. А чё так грубо? А чё так слабо? Что не так? 3000 метров тебе надо, да? Да. Что? Что это было только что? Это как? Ладненько.
Мне нужно вычислить самое оптимальное место старта. 2300, 2200. Что? Что? А? Это чё, блядь, вообще такое? А. Окей. Ёбана в рот. Обана. Ха. Тут тоже куда-то попадаю. Но правда я все равно врезаюсь в землю. Так, 1900, да? Сколько мы на этом протянем? Ой, не туда, не туда. 1900. Вот так. Ой. Зачет потянул зря. Ага, так, это вот тут смотреть надо. Да в принципе ничего особенного. Хотя нет, особенное есть. Да. И сие грустно. А что поделать? А что поделать? А я не знаю, что поделать. Что поделать, что поделать? Может отработать всего лишь косарь, а потом в конце еще два. А что, неплохая идея. Для этого мне нужно заплачить половину топливных баков. Есть у меня одна идеечка хорошая. Жидкое топливо, вот оно. Какой-то крупный бак заблочу сейчас, и хорошо будет. Оп. Ага, вот, да, пишет хорошо. Оп, оп. Так где же, господи? Вот, нашел. Оп. Заблокировали. Все. Теперь я кое-что тут придумал. Делаем так. Warp to the next maneuver. И все будет хорошо. Легкий такой маневрик у меня будет. Прикольно. Варп. Очень интересное место старта. Прям за секунду после вхождения. Ну, точнее, за 15 секунд. Так. Тут у меня есть еще шанс вернуться. То есть, красивая орбита и все дела. Мне еще будет обеспечено. Но мы не ищем легких путей. Старт. Так, жидкое топливо тут у нас. Угу. И в этот ответственный момент я хочу... Чё, нельзя? Я не могу вернуться. Нет, я всё-таки смог вернуться в Space Center. Мне уж очень лень ждать, пока он там отработает. Стоп, он не отрабатывает. Орбита не изменяется, вот говно. Черт возьми. Все это время двигатели ни хера не отрабатывали. Это грустно. Стоп, чё? Ну, стоять. Что за ересь? Нет, спасибо.
пойдет, собственно. Если вот так вот варпить, не вдаваясь. Не варпить, а разгоняться. Если вот так вот разгоняться, не вдаваясь в. Короче, не сильно разгоняться. Тогда орбита не будет искривлена неправильно. Не нужно будет тратить лишнюю скорость на исправление. Знаете, что-то не совсем сюда не симпатизирует залетать аж с соседней планеты. Что-то мне подсказывает, что это будет хреново. Очень причем. То есть, если я прилечу вот на эту планетку, сяду на нее, потом взлечу с нее и сделаю вот такую красивенную... Не, не вот такую. Вот такую орбиту. Это будет хорошо. То есть, будет зона вхождения, ну, где-то вот такая. Либо вообще вот такая. Уть. Такой закругляшечка. Хорошая. И я такой подам чуть-чуть, хоп, закруглю орбиту, и будет хорошо. Ну а сейчас... А сейчас мы так не будем делать. Самое главное, то что ту скорость, которую я потратил на изменение этой орбиты, повлияла и на эту. И теперь у нас тут прекрасная, красивенная орбита. Улетаем. Варп. Ой. Так, тут эти первые три планеты на одной полосе. Расположенное, это хорошо. Так, дайте-ка мне на Джулу посмотреть, все. Отлично. У нас тут красивая орбита, вся хуйня. Нам тут ачивочки дают за все, что только можно. Джулу, ого-го. А денег-то немало дали. Сколько денег у меня? Ну, 1,5 ляма или как там? Блять, я не вижу. Уберитесь, все уберитесь. А. Так, а где? А, во. Ну да. Хорошо. Живется мне на свете. Так, сколько нужно скорости? Уип. Какая ты легенькая. Хотя это только кажется. Сейчас тут ой-ой-ой, как много нужно будет поддать газку. Угу. Ну да. Немало. Целый косарь. Так, ну варпим в периапсис. 4 часика. Нам туда доварпить. Ну что могу сказать? Топливо есть? Есть. Руда есть? Есть. Дрельки и конвертер есть? Есть. Даже бак, блин, свободный. Все, что нужно для возврата домой, есть. Хорошо живется на этом свете. Хорошо. А где все? А, вот все. Так, Арсеску попусту не тратим. Так, ну что, бросаем тут спутник или не бросаем? Я даже и не знаю. Вообще надо его тут бросать, я не помню. Не помню. Плохо. Так, что более важно, сейчас мы произведем одну интересную вещь. Так, эти дебилы не умеют выходить, потому что там нет выхода. Как это? Трафик вот. А чё тут только один, а где второй?
Он в кабинке дрочит. Отмена трафика. Кстати, хочу посмотреть, как они тут все выглядят. Тут у нас три дебила. Ага, молодцы. Тут у нас один. И там у нас один. Ясно. На выход. Так, ты у нас будешь на этой хуйне смерти. Не вижу его. Где он? А, блин. Хочу следить за ним. Все возможные сейв-геймы. Отсоединение произведено. Пинг, ударились. О, отлично, тут щитом, оказывается, можно так нормально. Так, что это у нас? Окей. Так, мне нужно. Эй, а где? А как, а почему? А ну. Вот черт. Так, ладно. Меня интересует Джула. Да не фокус, господи. Таргет. Таргет. Вот, таргет. Таргет на Джулку. Ну, в общем, работаем, а там видно будет. Ох, нихера себе, поворачивает он быстро. Так, ну чё? Так. Ну, давай не стукайся. Всё, отсоединились отсюда. А, да, тут же система управления говно. Тут вообще неправильно ничегошеньки. Вообще ничегошеньки. Так, друг мой. А ну давай. Отлично, сбавляем скорость. Ой, не скорость, но орбитку. Итак, понятно, что мы сбавляем. Не понял. Так это куда мне получается? Сюда все-таки? Не кажется ли он немного дебил? Так оно, блядь, и есть. Мне это нужно сюда. В первый раз мне правильно написали, а теперь неправильно. Компьютер в говно. Я все понял. Давай нормально. Так. Термометр? Что? Не, мне нужен не термометр. Вот.
Вот так вот. Аккуратненько, вот так. Все, я так и держи. Все. Ой, я сказал, так и держи. Все, контроль положения пошел. А, ну хуй с тобой. Так, как тут у нас? Скорость сбавляется. А где музыка? Я не слышу музыки. Я вообще нихуя не слышу. В чем проблема? Непонятно. Не, ну как двигатель работает, я слышу. Чуть-чуть. Ну, он слабенький просто. В общем, вернусь, когда разберусь. Точнее, ну, когда орбиту сделаю. А я вот думаю, может не париться и просто вот тут? Да, я думаю. Думаю, лучше просто не париться. Так, все, тормози! Господи, хорош, хорош. Варп сюда. Камера. А, ну да, наш. А чё мне это как ровера засчитало? Это ж не ровер. Щипровер. Хуёвый. Не такой мы хотели. Ровер. Так, вот, пошло вхождение, вижу. Что? Чё-то не понял. А что это такое за красная изогнутая линия? А, это место падения, что ли? А, ну да. Рябсис. 200. Да, вот, все, я вас понял. Я вас понял. Рябсис. Ну да. Все, это соточку метров нужно нафигачить. И будет хорошо. Так, это мы на разгон идем. Не туда. Оп. Вот это на торможение. Отлично. Так, сейчас уже все будет. 300. 200. Давай. Оп, вхождение. Пошло. Да, вот видно. Только что видно, я не понимаю. Что это такое? Что это за кривая? Ладно, в любом случае сделаем вот так. Когда я кораблем входил, было красивее. То есть там правильно все показывал. Тут какая-то хуйня. Так, варпим. Великий космонавт, блядь. Ох! Не сгорел еще? Нет, живой. Молодчик. Так, это нам больше не надо. Полетим налегке. Так, 400 тысяч атмосфер у нас с 200. Значит, вот эта фигня не врет. Нам еще лететь и лететь. Уи. 200 тысяч! Все, 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 хорош. Хорош. А где, а что? А что, все? Блин, оно больше не показывает. На колени пошло. На колени. Сосмодуль нахуй. Что? А, я, кажется, понял, что это рвануло. Господи, я на колени, это будет здорово, однако. Че же кибеням погорит что-то. Что это? Что-то сгорело. А что сгорело? А, кажется, я понял, что сгорело. Пластина, на которой солнечная панель держалась. Не очень хорошо. Мне кажется, ли это песос как нехорошо.
Блин, ну знать бы, в общем, я справлюсь без или нет. Так, торможение произошло успешно. И теперь я хочу узнать самое главное. Справлюсь ли я... Блять. Справлюсь ли я... Ну давай. Ну поворачивай. Успею. Ладно, 1000 метров в секунду. Вся хуйня, давай уже. Да. Еще тормози меня. Тормози меня. Все, по красоте притормозились. Господи, да давай уже. А! Я хочу солнышко, чтоб светило. Солнечная панель. О, да, ловит, ловит сигнал. Но если у меня еще есть не связь, значит хорошо. Открываем какие-то парашютики, неважно какие. Высоко-то их вообще открыл. Да, высоко. Зря я это сделал здесь. Еще буду падать хуево кучу времени. А там темно на самом деле. Мне как-то не хочется туда падать. Так со смотрю, лучше выключить. И вообще батарейки лучше поберечь. А падать-то долго еще. Так, я решил зайти заново, и каким-то чудесным образом у меня... Это самое. Все стало получше. Нет, он... Это... Нет, нагревается. Пидорасина, не грейся. Не надо. Не взрывайся. Только не взрывайся. Ей, не взрывается. Отлично. Вроде бы. Что-то меня трусит. Жестко трусит. Да, не взорвалось. Оно не взорвалось. Блин, а вот то, что трусит, это нехорошо. Быстрее тормози. Ну да, тут перегрузки бешеные. Сос-модуль не справляется. Все, справляется более-менее. Оп, все, тряска заканчивается, я сказал. Все, закончилось. Солнечная панель держится. Хотя она вроде и раньше держалась. Непонятно за что. Сзади вроде ничего не крепило. Только спереди. Вообще не ожидал, что Кирбонавт будет таким жирным. Я думал, он пониже будет. Ну, то есть... Это сам... Кресло-то маленькое. Но ты и подумал, что он и сам там будет не очень-то и высоким, большим. И вообще... Нихуя ж не видно, вот куда я вообще падаю? Мне страшно вообще падать туда. Темно как-то. Неприветно. Не, ну высота еще огромная, то есть. Во как. И это тоже пугает достаточно сильно. Так, что это у нас тут? Ага. За особое приближение к джулке. Ну, тоже хай пойдет. Хорошо. Блин, а ждать еще долго. Очень долго. Блин, кажется, я начал входить в плотные слои атмосферы. Тут самое плотно. А еще стрёмно. Тут дохуя темно. Солнышко вообще не светит. Не, ну, непонятно, что там. Я, кстати, в море падаю или куда? А тут вообще есть, типа, суша, моря или... Или как тут вообще? Ну... Не разбились еще и хорошо. Как-то все это очень странно. Подо мной текстур нет. Вокруг есть. Подо мной нет. Как так? Ну, окей. Бля.
А ну не шататься. О, планету. Пожалуйста, только не упади под текстуру, а. Хорошо. По идее, термоэкран должен выдержать такой удар. Что? Блять, я ушел под текстуры. Да. Да. Концы. Блять, эта хуйня не хочет прогружаться. Не хочет. Что делать? Мама. Блять. Ну я хотел замеры сделать там, типа, и все такое. Так, 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 что же делать? Попробуй отстрелить щит. Пищ. А чё я за ним слежу-то? Так, щит ушел в небытие. Как и я скоро. Хуль делать-то, а? Хуль делать? Лыв. Ох, были... Держись, братан. Ух ты. Его хватает? Или нет? Не понимаю. Так, постой, где ты? Что, что здесь... Что происходит, господи? Что с... Что? Блять, я разбился. Почему я разбился-то? А, потому что минус. Да пошли вы. Сука, долетался. Так, да. Еще одна попытка, короче. Сейчас попробуем тут что-нибудь намутить. Надеюсь, земля у меня не пропадет под кораблем. Буду искренне надеяться. Ну что, сейчас мы посмотрим. Так, ну спускаемся. Вроде бы. Земля подо мной есть, а не как в прошлый раз. Вроде бы текстурки есть. Хорошо. Хоть сяду куда-то. Я специально пролетел чуть-чуть, чтобы на солнечную сторону сесть. То вдруг. Так, ну, да. Тут еще мне. Высоко, 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 высоко. Так, очко жмется, пора открывать парашюты. Так, они умные, они сами откроются, когда им надо. Я им подкорректирую. Давай на 1000 метров. Разберемся. Ну, ну нет, не-не-не-не-не. Земля, вернись. Ну, бля. Да чтоб тебя. Ну, земля. Земля в иллюминаторе. Да вот, блядь, ну... Она в принципе не хочет, чтобы я туда садился. То есть, смотрите. Вот я смотрю туда. Оп. То есть я поворачиваю. Это я камеру поворачиваю, а не корабль. Оп, поворачиваю. То есть это я камеру верчу. Тут объектов никаких нет, поэтому непонятно. Кажется, что я корабль проворачиваю. Но я проворачиваю камеру вокруг себя. И что? И что мы видим? А, во, объект. Видите, он проворачивается. То есть... Это не ошибка. Бля... Бля... Даже слов нет, просто... То есть, эта планета не предназначена для посадки. Она, блядь, не предназначена. Не предназначена для посадки. Да как? А кто еще парашют? Не, ну о чем бы и не. Сейчас мы в отрицал пойдем. С
Взорвалась, скотина. Сейчас я взорвусь к херам. Прощай, мой друг, прощай. Все, в отрисал пошли. Ну, блять. Если совсем коротко, то... Да. То есть, земля как бы есть, но в зоне там, куда падает корабль, как бы камера ни вертелась, нихуя не будет. Кербанавджи... Живи. Не выжил. То есть такое чувство, что если я сейчас отдалю камеру... Там... Чё? А издалека нормально. Только нихуя не нормально на самом деле. То есть вот мы приближаем. И всё. Что это, блядь, такое, а? Что это? То есть я вращаю камеру сейчас, то есть можно заметить. Вот, да, вот, по этому шарику заметно, снизу. Потому что я вращаю блядскую камеру и... И нихуяшеньки. Короче, в гузно этот джул. Паучье чутьё мне подсказывает, что там ничего и не получилось бы. На эту хуйню никто не летает, поэтому... Там ничего не прогрузилось. Ну и тем более, фактически я на него сел. Ну то есть, земельку вблизи я увидел, увидел. Но только флажок не втыкнул. Флажок смерти. Грустно. Повторять я это не собираюсь, так как получится та сама хуйня. А, что? Что? Я за что-то цепляюсь. О-о-о. Привет, планетка. Фокус. Угу. Ясно, понятно. Давай, приближаем. Оп, что-то там по пизде пошло все, короче. И вот так вот красиво будет. А, блядь, нам бы еще чуть-чуть подбавить газку. Было бы хорошо. Нет. Может, вот так? О, вот так. Эй, ну вернись. Что такое? Снизу, да? Да, он снизу. Значит, нужно подтянуть. А за что тянуть-то, а? Фу. Честно говоря. Не туда. Все равно плохо. Что делать-то? Оп. Еще хуже стало. Еще хуже делать я умею. Так, сложно. Вроде что-то получается. Угу. Угу. Будет хорошо. Понеслась. Так, корсеску не надо. И без нее справимся. Так, атмосфера тут хиленькая, поэтому можно запросто тут делать что угодно. О, а что я сделал? Пойдет.
Отлично. Атмосфера 50 тысяч метров, а мы будем на 60. Поехали. Так. Я тут подумал, пока есть время, не помешает спутник отсоединить один. Хорошее ведь дело. Так, а сколько их у меня осталось? 2, 4, 6, 7. 7 спутников, да? А мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6 и там 7. Ну да, все логично. Так вот, что-то с карты не выходило. Нехорошо. Так. Воу-воу-воу, полегче. Так, где-то там должен быть разъединитель. А я его не вижу. Подсветка мне в помощь. Ой, как хорошо все видно. Так, а с этой стороны что-то не очень. Ну давай развернем. О, все, тормози. Ага, то есть мне нужна вот эта фигня, да? Нет, это образцы. Вот разъединитель. Пыщ. Так, спутник отсоединен. Открываем панели. 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 Где солнышко? Я не вижу его. Панели вы видите, солнышко? Ну, видит. Так, теперь у нас есть спутник здесь. Это прекрасно. Пора возвращаться. А ну давай. Эй, вот все. Хорошо. Сбавляется? Что? Да вы охерели. Да вы, блядь, офигели. У меня маневр сорвался. Суки. Такой хороший был маневр. О, стоп. Там сейчас было. Вот мне это и нужно. Пилик. Есть. Фокус. Таргет. Так, по идее должно быть несложно. Тянем влево. И кажется, нихуя. Влево. Не, пошел разгон. Он какой-то хуёвый, я бы сказал. Так, уберись. Эй, ну вернись. Ну давай. Ага. Ну, в принципе, пойдет. О, а я нашел, как сделать идеально. Уип. 30 тысяч. Ну, меня там чуть-чуть поправят, и будет хорошо. Так, и... нам тут совсем чуть-чуть подварпить. И будем идти на стыковочку. Заодно оставлю там
спутник. Блин, разбирался я, значит, с этими топливными системами. Включал их все. И не заметил, как у меня подошел к концу маневр. Вовремя его остановил. Да, блядь, идеально. Ну, почти. А, нет, даже... Что? Что? Бля... Высота 12 метров над землей. 12. Не 5000, не 10. 12 метров. Сука, как? Как я это сделал? Так, 4 дня у нас осталось, да? 4 дня это не так уж и много. Что? Ты охуел? Да вы совсем охуели. Я тут маневры делаю. Делаю все по красоте, а они... Не, ну не нагло ли? Совсем охуели. Питеры. А ну давай. Четырнадцать метров в секунду. Не так уж и много. Так. Да, он там, я увидел. Есть мой спутник. Хорошо. Мрази. Взяли, изменили траекторию. Да так, что вообще писос. Это куда собрался-то? Так, посмотрим, что будет. О, хорошо. Соприкосновение произведется. Это важно. Притормозим. Я тут без записи маневры захуярю. Потом все покажу. Выглядит как наебалово. За 200 с хуем. Вот так вот изменить траекторию. Нет, спасибо. Мне такое не нужно. Совершенно не нужно. А что с зарядом батарей? Я не мог не заметить то, что у нас заряд кончился. А почему? А почему? А потому что... Я не знаю. Ну, берись. Берись, кусок говна. А, у меня не могут повернуться туда. А что делать? А, ну да. У меня же на этот случай есть экстренка. Так, все, батареи пошли. По чуть-чуть, по крайней мере. Как там? Ну да. Все. Все, большое спасибо. Так. Так, сколько будет стоить?
этот маневр. О, дорого, я так чувствую. Да посос как дорого. Да, маневр дороже некуда. А что делать? Сколько? Косарь 600 уже потратили. Сколько еще потратим? Жопа чует дофига. У меня не так уж и много на самом деле скорости, чтобы ее так тратить попусту. Нет. Я не смогу так сделать. Пролетаем мимо. В другой раз. Нужно будет подзаправиться где-нибудь. А ну. Вау. Фокус. О, валка. Вот валка — это хорошо. Тула — это боль. Тула тяжелый. Это да тоже такая, по идее, тяжеленькая. Фокус. Ну да, достаточно тяжеленькая она. Блять. Давай немножечко как-нибудь. Вот так. Да, это наебалово, чистой воды. Даже не в том, что мне нужно сначала эту орбиту снизить и только тогда сделать свою. Вот эта орбита снижается намного дороже, когда я в зоне гравитации этой планеты. То есть, когда я тут пролетаю близко, я пытаюсь затормозиться, чтобы сделать вот тут орбитку такую хорошую вокруг этой мелкой планеты. И приходится изменять эту глобальную вокруг Джулки. А проблема в том, то что орбита вокруг Джула изменяется в 2 раза дороже по скорости. По какой-то непонятной причине. Это достаточно грустно. Так, я тут задвинул теорию, а сам нихуя не проверил. Да, действительно. Я вот это действие сделал там. Ну, там, это вокруг планеты Лайзы. Да, Лайза. Вокруг планеты Лайза я этот маневр сделал не за 500, а за косарь 500. Беспредельщики. Просто беспредел. Ну да, Лайза тоже тяжелая. Так, с Лайза я не взлечу. Это я четко знаю. А вот с этого. Тут, блин, масса такая же. По идее, за счет чего? Что? Я не слышу. Точнее, я слышу. Я не слышу двигателей. Так. Вроде готово. Так, я думаю, на таком диапазоне можно сбросить мой спутник. Так. Давай на солнышко, а то слабо видно. Все, притормозил. Так. Да что с тобой не так? Чё тебя назад так клонит, а? Брось. Все. Нормально. Отлично. Эй, а ну давай же, наведись. Есть. Так, ага. Угу. Так, ну управлять можем. Это наш спутник-ретранслятор. Панельки есть, связь есть. Что это?
А, это за то, что я пролетел мимо этого самого. О, ладно, что-то там. Не могу увидеть. Так, ну как? Вообще не очень хорошо. Я тут на солнышко стал. Хрен же солнечные лучи получу. О! В нем есть сос-модуль? Откуда? А, блин, он в автомате вставлен. Отлично. Ну, и сие славно, собственно. Так, спутник-ретранслятор готов. Так, где-то мой корабль. Так, все, меточка есть. Так, какая у тебя тут связь с КСП? Интересно, каким же он методом связывается? А, ну да, логично. Тут все логично, где? Вот, вот этой антенной связан. Хотя у меня тут таких миллион на моих спутниках. Так, теперь меня интересует, вот хочу я... Set target. Хочу я на эту планету прилететь. Ну давай, закройся. Ты откройся. Ага. Прилететь значит на планету. Как это вообще осуществимо? Оп. И чё? Ага, это типа... Я вас понял. New Orbit. Косарь 400, да? Стоп. А что это я тут делаю? А, что это мне вообще предлагают? За косарь 400 тут зафигачить? А, нихуя непонятно. О, во. Сколько? 11 тысяч? Нет, спасибо, блядь. Set target. О! А вот ты хороший. Вот на него и полечу потом. То есть, если бы я летел на вот это... Лайт... Лазе... Лайзе... Похуй. То мне пришлось бы... Что мне пришлось бы? Расширять орбиту так, чтобы она была вот такой вот по вертикали. У меня было бы всего две точки. Тут и тут, типа. Где я мог бы соприкоснуться. Точнее, вот тут и вот тут. Орбита вот так вот расширится. И мне нужно попасть так, чтобы и планета, и я были в одной точке. Ну, как бы сказать. Чтобы пересечение там, где моя орбита пересекается с орбитой планеты, я был и планета была одновременно. И только тогда у меня получится соприкоснуться. А тут маневрик раз, хопля, и за косарик мы вот тут. Делаем орбитку, садимся, взлетаем, и при взлете у нас уже красивая горизонтальная орбита. Профит. Заебись. Ну что ж, а на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.